Привет-привет! В этом видеоуроке делаем валентинку оригами. Вы можете сделать такое сердечко и подарить его своим близким в день Святого Валентина. А если сделать сердечко поменьше, можно использовать его как закладку для книжки. Для валентинки подготовьте полоску бумаги красного или розового цвета с отношением сторон 1 к 2. Начинаем складывать. Перегибаем полоску пополам. Разгибаем и обе стороны загибаем только что намеченной линией. Дальше уголки снизу поднимаем наверх, также к центральной линии. Разгибаем их. Теперь поднимаем наверх верхний слой и укладываем по намеченным складкам. Таким образом мы вытянули наружу вот такой язычок. То же самое мы делаем с другой стороны. Приподнимаем и укладываем. Готово. Дальше каждый из уголочков, которые мы вытащили наружу, отгибаем горизонтальной линией по центру. Сначала сделаем это с одним уголочком. И этот же уголок по намеченным линиям мы раскрываем и укладываем. Вот так. И от центра небольшой уголок отворачиваем назад. Готово. То же самое мы делаем и с другим уголком. Сначала отгибаем его в горизонтальной линии. Раскрываем уголок. И отгибаем. У нас должна получиться вот такая фигурка. Мы видим посередине небольшой квадратик. Это и будет маленькое сердечко. Теперь мы формируем это сердечко. Для этого сверху отворачиваем верхнюю часть на одной стороне и отгибаем горизонтальной линией маленький уголок. Возвращаем обратно. То же самое делаем на другой стороне. Готово. И теперь загибаем еще небольшие уголочки. Также отворачиваем, как и прежде, и загибаем сверху небольшую часть. Вот так. И также на другой стороне. У нас остаются такие острые уголочки по бокам. Мы их также прячем туда внутрь. Вот у нас и сформировалось сердечко. Но теперь мы должны еще придать форму сердца основной части валентинки. Для этого переворачиваем нашу модель. И опускаем вниз большую часть сверху. Снова поднимаем наверх.
И эту же часть, этот же край мы опускаем к только что намеченной линии. Теперь раскрываем боковые уголочки. Отгибаем снова этот краешек. И теперь вот так раскрываем боковые уголки. У нас есть еще посерединке два уголочка. Мы их отгибаем вот так, в разные стороны. И сверху небольшую часть также отгибаем вниз. Переворачиваем. Вот теперь у нас уже готова наша валентинка. Пока-пока!